Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про функцию суперспасибо и заказываем любимого исполнителя. Так, так, ребята, не забываем про мой второй канал. Прошу подписываться, ставить лайки. Ребятки, заказ Никиты. Ворм Генгер. Генгер. Сид Фишер. Вишер. Поехали, друзья. Так, ребятки, что я могу сказать вот сразу, да? Молодой человек взрослый, взрослый, одел линзы, темные, красные, черные, кудрявый. Опять девушек называют плохими словами. Ну, они, наверное, виноваты в этом, вон как сидят. Да, да, наверное, ребятки, наверное. Давайте слушаем. Алкогольная вечеринка. Да, ребятки, алкогольная вечеринка. Ну, что могу сказать? Я же вам сказала, взрослый молодой человек оскорбляет девушек. Ну, они, наверное, достойны этого, я так думаю. Ну, потому что вон они себя так ведут. Да, да, ребятки. Ну, это вот, ну, музыка, что скажу? На любителя, да? Да, на любителя. И песни на любителя, ребятки. Ну, я вам говорила, друзья, что я вот, ну, не комментирую, где такое вот, ну, бесстыжество. Я не приветствую это, ребятки. Но это не самое матершинное, что мы слышали. Ну, конечно, это еще цветочки. Мы еще не такое слышали, ребятки. Ну, кому нравится, ну как кому нравится? Молодежь-то, может, и нравится. Но они просто послушают, посмеются, ну как, повеселятся и потом забудется. Ребятки, продолжаем заказ Никиты на районы. Сейчас сказать, что сказать, что я могу.
Это, кажется, голос другого человека, да, не из первого клипа. Не знаю. Ну, во-первых, музыка красивая какая, да, прям такие проигрыши красивые, да. И голос у молодого человека красивенький, да. Ну, ребятки, слова, конечно, не могу разобрать. Непонятно, вот, но они же как-то вуалируют немножко. Я специально как-то, что ли. Ну, в общем, неплохо, друзья, неплохо. Что, ребятки, поняла. Поняла, что он с девушкой познакомился. Вот. Просит у нее телефон. Ну, а опять называют ее плохим словом, ребятки. Что-то, может, она там ему... Ну, может, это девушка такая, да? Ну, может быть, девушка такая, я не знаю. Что-то она сделала ему, что он так на нее обижен. Ну, вот я вот, что я поняла про девушку, которую он немножко ругает, влюбился, телефон просит. Ну вот любовь, наверное, какая-то там. Поедем на районы, сделаем много заказов каких-то. Пицца, наверное. Наверное. Много всего надо сделать, на районы поедем. Что они там будут делать, я не знаю. Вот. Скорее бы домой хочу приехать, отдохнуть, наверное, дома хочет. Ребятки, что скажу, музыка хорошая, мне понравилась. И голоса у мальчика хорошие, мне понравилось, честно скажу. Ну, песня... В современном стиле. Да, в современном стиле. Поеду на районы, дела делать свои, познакомиться с девушкой, я от тебя устал, вот он так говорит. Хочу домой скорее. Ну, вот типа такого что-то в песне. Ну, послушать можно. Так, друзья, продолжаем. Эти деньги. Поехали. Вот они опять, ребятки, опять с девочками познакомились. Нехорошие девочки попались, видать. Деньги, за что я платил?
хотел обчистить их все карманы, но они пустые оказались. У девчонок-то хотел обчистить, но не получилось. Переживает, прям поет, так переживает. Девчонка ему изменяет. Он нервничает, и за это нервничает. Прям не может он. Он свою девушку, вот эту, с кем познакомился, сравнивает с королевой. С королевой сравнивает. Ну, говорит, я ухожу, говорит. Я же говорила, она изменила ему. Нищий меня, говорит, нищий. Значит, он переживает за свою девушку, которую успел полюбить. Друзья, что скажу? Музыка прекрасная. Пели прямо они, переживали сильно. Я говорила песни о любви. У каждого своя любовь, у каждого свои чувства. Каждый по-разному любит. Вот у них такая любовь. Ну вот и все. Послушать можно, мне понравилось. Как понравилось? Слова я не все поняла. Я только что поняла, говорила. Потому что там они сейчас поют по моде. Завуалировано все. Что все слова не понять. Ну все, друзья. Пока, мои хорошенькие.